Что хорошего? Хорошего то, что есть активность четырехглавых мышц. Угу. То есть колени вы способны активно замыкать. Плохого то, что слаба функция ягодичных мышц. Угу. И нет замыкания корпуса самого. То есть, скорее всего, все-таки выбивает таз. Этому способствуют очень слабые глубокие мышцы спины. Угу. Сейчас мы начнем включать глубокие мышцы по методу, который называется соматика. Смысл упражнения в том, что вы постепенно, ступенчато наращиваете объем упражнения. Точно так же, как вот, допустим, в симфоническое произведение, когда вступает один инструмент, играет, на него накладывается другой, третий и так далее. Вот точно так же вы должны будете начать с поясницы, затем подключить движение там, головы, рук, ног, понятно, да? Поехали. Базовое движение, вдох, поясница прогибается вверх, выдох, поясница прижимается вниз. Вдох, выдох. Работаем. Хорошо. Теперь продолжаем работать. На выдохе поднимаем голову. Так, молодец. Опустила голову, вдох, выдох. Ваша задача почувствовать связь позвоночника по всей его длине. Вдох, выдох. Почувствовать, что когда вы поясницу плотно прижимаете к полу, голова поднимается легче. Вдох, выдох. Молодец. Опустила голову, дышим только поясницей. Вдох, выдох. Теперь надо ощутить вдох, выдох. Надо ощутить, как ходит поясница. Поясница ходит, как кузнечный пресс. Работаем, 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 работаем. Молодец, работаем, работаем. Теперь надо ощутить, как на вдохе-выдохе движется таз. Закройте глаза. Слушаем таз. Надо услышать вот это движение. Разворот сюда и возвращение обратно. Слушаем таз. Обратим внимание на копчик. Работаем, 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 работаем. Хорошо. Вот это обратное движение спины очень важно для того, чтобы вы хорошо стояли, для того, чтобы вы соблюдали вертикальность. Проблема вертикализации на сегодняшний день – избыточный поясничный лордоз, когда поясница уходит слишком в большой прогиб. От этого таз находится в постоянно согнутом состоянии. Работаем, работаем, работаем. Так, теперь надо ощутить, как вместе с поясницей участвует шея. Поехали. Слушайте, слушайте, этого быть не может. Позвоночник – единый орган. Вы его должны ощущать от затылка до крестца. Это все единый орган. Туда. Правильно, правильно, правильно. На уровне восприятия позвоночник является точной серединой нашего тела. Гибкий, упругий стержень, который соединяет голову с тазом. И вот этот стержень имеет несколько плавных изгибов. Два шейных, направленных вперед, и грудной, и крестцовый, которые стоят назад. Так. Теперь вдох, выдох, прижала поясницу и подняла голову. Вдох, опустила голову. Выдох. Хорошо, левая рука за головой. Рука лежит за головой, но не тянет голову. Рука идет вместе с головой. Вдох, поясницу прогнула. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Живот как-то расслабляется, да? Правильно? Должен расслабляться. Хорошо. Теперь аккуратненько согнем правую ногу. Так. Аккуратненько согнем другую ногу. Еще, еще, еще. Вот так, хорошо. Рука за головой. Вдох. Выдох. Потянулась локоточком коленки. Так. Вдох, выдох. Хорошо. К другой коленочке. Вдох. Нет, рука та же. Выдох.